В Умань, это Черкасская область, на празднование иудейского Нового года уже приехали более 3000 паломников-хасидов. Как сообщают в местной милиции, большинство из Израиля, Европы и стран СНГ. А к 5 сентября именно на эту дату припадает Рош Хашана. На могиле пророка Рэбе Нахмана ожидают около 30 тысяч его последователей. Нововведение этого года от городских властей Умани – запрет уличной торговли в районе места паломничества. За этим будут следить 1500 милиционеров. Такой жесткий контроль чиновники объясняют частыми конфликтами между прихожанами и приезжими. Нередко они перерастали в настоящие драки с поножовщиной.